Привет, дорогие друзья, сегодня я покажу вам, как сделать вот такие вот пупыты из лего. Этот, получается, он тоже легкий, вот так он. А этот, он чуть, он легче, как бы, чем этот, то этот посложнее чуть. Давайте начнем. Их вы можете прикрасить, чем захотите, можете вообще. Ну. Кстати, если много наберется лайков, я покажу, как сделать вот такую штуку. Мы, получается, отодвигаем, нам выпадает монета золотая. Откуда у меня золотая монета? Слушайте, знаете, я вообще, ну, как я человек, который любит вот лего вообще, вот, я его просто обожаю, я из него строю вот эти все, ай, только не падай, так, я из него делаю все, вот, все, что захочу, но поэтому у меня есть это, у меня есть это вот у меня есть. Знаете, я же не буду к вам тащить целый банк из лего, ну, мне этого всего, вот смотрите, сколько тут алмазов, этих эмеральдов, этих гемов. Кстати, я помню, я задавал вам вопрос, как же назвать вот эти штуки, знаете, вот такие вот. Только если они вот не золотые. Ну, один пользователь захотел назвать их тугриками, да? Ну, знаете, я думаю, я поддерживаю. Это нормальное название. Походу, даже есть где-то такая валюта, ну, в стране какой-то. Так что я, если честно, я не знаю, надо посмотреть в интернете. Если хотите, я сейчас, вот, например, вот тут он должен появиться, да? Я должен это смонтировать. Сюда, да? Тут он должен быть, так же. Ладно. Так. Как сделать этот попыт будет потом, а сейчас мы делаем этот. Нам нужна вот такая деталь. Вот такая. Тут мы делаем вот так вот. Дальше мы делаем точно так же вот такие штуки. Вот сюда. Потом, как же сделать эту вещь? Нам нужно, получается, очень, очень трудная деталь это. Делаем вот так. Нелегко, да? Нелегко. Это все делать. Надеваем. Заканчиваем. Ура! Получилось! Слава, как говорится, жизни. Ладно, теперь делаем следующий. Этот. Можно украсить его как захотите. Сундучка золота. Сундука золота в золоте. Понятно. Так. Как же сделать? Ну, как думаю, каждый знает Lego Hidden Side. Это такая, как бы, такое Lego есть. И там точно полагаются вот такие штуки. Получается, нам нужна круглая вещь. Вот так. Тут обмазываем ее, как говорится, этими всеми деталями. Если у вас нет, я, честно, ну, мне вас жалко, друзья, я не знаю. Это трэш. Это какой тут мусор. Нужно пропылесосить. Так, ладно, вот так. Все, готово. Дальше мы собираем вот такую штуку. Раз, два, три, четыре, пять. Опа! Опа! И сюда вставляем. Знаете, это было легко. Ну ладно. Вот и все, дорогие друзья. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Ник Медоед. Всем пока-пока.